У жителей этого многоквартирного дома настоящий праздник. Котельная, которая пылилась несколько лет, наконец заработала. Правда, не без труда. Полгода назад собственники квартир отказались от управляющей компании, не выполнившей своих обязательств. А новой пришлось помучиться с восстановлением утерянных документов. Пока на руках не было разрешения на эксплуатацию, запускать котельную просто не имели права. К решению этой проблемы подключились городские власти. Мы на базе муниципального образования, муниципального нашего унитарного предприятия, мы, Сочи Теплоэнерго, создали дирекцию по эксплуатации жилого фонда. Значит, эта дирекция сегодня набирает темпы. И вот первым примером, да, ее нормальной работы, то есть с 2011 года, устранили сегодня основную проблему. Запустили котельную, ну и, соответственно, мы дальше будем продолжать работу с гражданами. Проблемы с отоплением в новостройке появились еще в 2011 году, как только дом сдали в эксплуатацию. Поначалу горячую воду то включали, то отключали, а потом и вовсе перестали подавать. При этом за коммунальные услуги собственники квартир платили исправно. Александр Жмуров до сих пор не верит, что теперь в квартире можно ходить без верхней одежды. Слава богу, проблема решилась. К нам в дом пришло тепло. Вот батарейка прилично тепленькая. Поэтому теперь можно с комфортом продолжать жить в этом доме. Раньше у нас было до того холодно, что во всех комнатах стояли обогреватели. Новая дирекция, созданная в Сочи Теплоэнерго, будет следить за обслуживанием сетей и эксплуатацией котельных. Работы предстоит немало. В администрацию города уже обратились жители 15 домов, в которых возникли подобные проблемы. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.